3 декабря. Вот и к нам на юго-восток Гомельской области пришла зима. Буквально еще вчера не было никакого снега, не было особых морозов. Сегодня с утра пошел снежок, и уже буквально слой сантиметров, грубо говоря, 10, уже навалило снежка. Хотя на улице мороза нету, минус 1 всего лишь, но камера не передает, но мелкий снежок продолжает падать. Ветерок, снежок, так что, возможно, в Новый год мы пойдем со снегом. Не так, как прошлые года. На Новый год дождик, ливень, лужи по колено и где-то мороза борода вся в грязи. Бывает и такое. Будем надеяться, что погодка восстановится и будет снежок. Thank you.